С 1 января 2016 года в Нарьян-Маре меняется система подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте. Теперь отдельным категориям граждан это право нужно будет подтвердить. Право на бесплатный проезд на межмуниципальных и внутримуниципальных автобусных маршрутах остается у жителей региона старше 70 лет, инвалидов первой, второй, третьей групп, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и старше, если они учатся в образовательных организациях на территории НАУ. Также право на бесплатный проезд предоставляется детям до 18 лет и до окончания учебного заведения, если средний душевой доход семьи не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленного в округе в расчете на человека. Для подтверждения бесплатного проезда кондуктору необходимо предъявить документы, дающие это право. Так, жители округа старше 70 лет предъявляют копию паспорта. Инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья должны показать два документа – копию паспорта или копию свидетельства о рождении ребенка в том случае, если льготник не достиг 14-летнего возраста, и копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, которая выдана Федеральным государственным учреждением медико-санитарной экспертизы. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет или до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях на территории НАУ, предъявляют копию паспорта или копию свидетельства о рождении и специальную справку, выданную отделом семейной политики, опеки и попечительства Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ. Дети до 18 и до 23 лет, имеющие доход ниже прожиточного минимума, также предоставляют специальную справку, выданную в отделении социальной защиты населения. Чтобы получить справку, дающую право на льготный проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, необходимо обратиться с заявлением в отдел семейной политики, опеки и попечительства по адресу: город Нарьян-Мар, улица Победы, дом 4, второй этаж. Если средний душевой доход семьи меньше прожиточного минимума, заявление о выдаче специальной справки можно подать через офисы многофункционального центра или отправить по почте в отделение социальной защиты населения. Документ на право бесплатного проезда выдается на срок с даты подачи заявления до 31 августа. В декабре и январе справки будут выдаваться по адресу Нарьян-Мар, улица Сапрыгина, 9Б. Телефон для справок 4-33-39.